Ну и давайте поблагодарим японскую дорожную полицию за их любезное согласие поддерживать порядок на нашем шоу. Кстати, хочу напомнить, дорогие участники, не гонки гонками, а по дороге домой вам следует соблюдать все правила японского дорожного движения. Имейте в виду, парни, в паре кварталов отсюда уже собрались представители нашей славной дорожной полиции. Я вас предупредил, и мне бы совсем не хотелось повторения того, что было в прошлый раз. Тогда, напомню, кое-кто решил погоняться после завершения соревнований по городским улицам и сорвал нам весь... И, как я уже говорил, в ряд Team Sessions появились новые лица. Так что, если кто-то еще не в курсе, сегодня у нас гоняются некие губернаторы. Итак, сейчас начнется то, ради чего все будет. Клянусь вам, это будет лучшее действие, я не понимаю. Let's go.
очень нечасто увидим на улицах. Встречайте Кевина Мэя из Грип Брадерс на Форте Спорт Косвор. Резкая серия замечательной машины сослужила Кевину дурную службу. Его кости узнают по всей Европе. Так что стоит этой марке где-то засветиться, и полиция сразу знает, кого искать. Итак, еще капель утверждения. Первый заезд начнется в Москве. Да, и это будет отчаянный перевязок на первый. Это же здорово. И, наконец, на старте Райан Кубер. Он на стартах.
Юлия гонщик стоит на старте, он скажу я, что у меня ощущение, будто бы все участники сегодняшних заездов Reactive Sessions только что вышли из ворот автошколы. Все, кроме Райана Купера. Он обходит их как детей. Похоже, Купер собирается выиграть все заезды уикенда. Что ж, хорошо, что он направил свой талант в законное русское. Итак, thank you.
что у меня к концу дня остался только один вопрос. Правда ли, что это тот самый Райан Кубер? Ответ таков: да, правда. На этой трассе он так же неукротим, как прежде на улицах ночных городов. А на старте у нас не один, а целых два уникальных автомобиля. Да, когда на кону честь марки, гонщики будут бороться до последнего. Господа и дамы, я остановился в отеле неподалеку, и знаете что? Сегодня ночью меня разбудил шум. Вы не поверите, шум полицейского вертолета. Вот так вот. И если вдруг кто-то из вас захочет, ну, скажем, просто так, потренироваться в ночное время, то будьте предельно осторожны. Токийская полиция шуток на юбах. Эти ребята с большим интересом следят за соревнованиями при Active Sessions. Так что я вас предупредил, и не говорите, что вы меня не слышали. Готовимся к новому старту. И прежде чем мы продолжим, хочу предоставить слово... Ну где он там? Ну ладно, а пока продолжим наш разговор. Ну и к слову, погода была вчера просто отвратительная, но сегодня, будем надеяться, будет получше, а сейчас... Да, кстати, оргкомитет попросил меня сделать небольшое объявление. Леди и джентльмены, мы очень беспокоимся о вашем здоровье, поэтому просим вас не перегибаться через ограждение и не выходить на трассу. С вами Роджер Иванс, Reactive Sessions, и сейчас я хочу всех вас поблагодарить. Кстати, начинается конкурс купальников, поэтому я ненадолго покину вас. Ждите меня здесь ровно через 5 минут. 10, ну, в крайнем случае через 15 я вернусь точно.